повседневной жизни часто встречаются бытовые проблемы, которые нельзя решить без профессионального мастера. Сегодня в роли провокатора мой товарищ Никита предлагает услуги, востребованные на сегодняшний день. А как он это делает, смотрите. Здравствуйте. У нас новая услуга «Мужчина на час» называется. Может, кому-то что-то прикрутить, что такое сделать. По 100 рублей всего лишь, недорого. Не нужно? Объявление? Я пока так по улицам хожу. Да. 100 рублей, это же дешево. Там закрутить, кран перекрыть. Могу поломать. Всегда верила, что наши люди в беде не оставят. И без работы тоже. Хрен троллейбус, там ребят сократили, там много ребят. На час? Нет, так я же наоборот свои услуги предлагаю. Девушка, извините, пожалуйста. Смотрите, новую услугу предоставляем мужчине на час. Если что-то прикрутить нужно дома или не прикрутить, не нужно вам? 100 рублей. Час. Девушки, извините, пожалуйста. Смотрите, новая услуга появилась. Мужчина на час. Если дома что-то нужно закрутить, прикрутить, 100 рублей час всего стоит. Неинтересно вам? Давай этот... Что-что? Визитка? Нет, телефона в визитке нет с собой. Девушки, вам не интересна новая услуга? Мужчина на час. Если нужно что-то закрутить, прикрутить... Нет? Твои мужики есть. Так я лучше. Руки золотые, большие. Как говорится, день задался. Старшее поколение так и тянется к Никите. Как же тут без моих рекомендаций? Мужчина на час, да? Да. Пойдем. А что? Перевесить. А что? Плохо все? Потому что тебя слышно, а всех остальных людей не слышно. А их вообще они еле-еле говорят. Да, верю, конечно. К бабушкам пристаешь, у них просто уже сил нету. Слушай, так говорить. Я девчонкам приставать. Я ищу. Среди девчонок почтенного возраста порой встречались и такие задорные. Вам интересно новая услуга? Мужчина на час, 100 рублей всего. Если нужно что-то да закрутить, прикрутить. Ну. А если не прикрутить? Ну. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Что вы здесь делаете? А вам услуга не интересна, мужчина на час? А какие услуги этот мужчина? Что-то прикрутить, закрутить. Ну, в общем, все, что хотите. По дому что-нибудь сделать. Ну, я думаю, что пока мы доедем до моего дома, как раз час и пройдет. А что будем делать целый час? Далеко ехать, живете? Да. Девушки, вам не интересна услуга мужчина на час? Если что-то прикрутить, закрутить, 100 рублей час спасибо, стоит всего. У нас в обществе есть мужчины, которые на час. А, то есть вам все крутят? И вы крутите? Ёлки. Я так тут нахожусь иногда. Но у меня и номера-то, собственно, нету. Не, да, я так просто... Я по вызову не работаю, я только вот здесь, если. А мы здесь редко бываем. Ну, если что, приходить, я вот туда-сюда хожу. Эх, никто не согласился воспользоваться услугами умелого Никиты. Зато настроение подняли вам и себе.